За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский дух не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский стих не утих, чтобы русский храм не был срам, он орел парит, чтобы русский люд да не был в блуд, чтобы русских дев плыл напев, чтобы русский люд не был в блуд, чтобы русских дев плыл напев, чтобы русских рек лился бег, чтобы русский лес не исчез, чтобы русский хлеб спел и креп, чтобы русский крест звал окрест. Иван-чай. Иван-чай собран нашими друзьями из Хабаровского края. А Сергей Суровцев, хороший человек наш, собирает чай, делает вот такое. Прекрасный чай, прекрасный. Всем рекомендую его. На первом дне рождения. Хлеб отец. Здорово. Здорово. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гений. И повержен, и в бою я воскресну и спою. На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Ты будешь нырять, да? А ты не боишься? Алён, скажи, а ты с головой будешь нырять? Да! Ну, расскажи свои впечатления. Это так классно. Я бы прям потом переделась. Водичка такая
Купайтесь почаще зимой в Керчи. Девчонки, ну что, вкусный хлеб, отец? Да. А, смотрите, собака за льдинкой гоняется. Подписывайтесь на мой канал. Пока.